Последнее, за что нам надо взяться, это за ступни, это потом уже к голове приступать, да? То есть Е. Потянем. Еще раз. Е. Пустим сюда. Так, и тоже немножечко растянем. Где-то так. Так, и теперь вот эти выделим. Пока еще на копытце похоже, да? Ну, мы сейчас все поправим. Так, вытягиваем Е. Нет, конечно, не так. Вот так, Е тянем. Давайте сразу вытянем на ширину стопы, вернее, на длину стопы. Теперь по Z опустим. Так, примерно сделаем, да? Угу. И вот эту верхнюю часть ребер мы опустим вот сюда. Потому что, скорее всего, мы сами ноги прорисовывать не будем, а сделаем сюда какие-нибудь полусапожки летческие, да? Давайте, поэтому мы сейчас сделаем так. Лучше Z. Вот так. И на этом, наверное, успокоимся. Единственное, что этот и эту часть мы тоже немножко расширим. Вот так значит, да? Так, ладно. Шин 8 удалено, значит, сейчас должно работать нормально. Конечно. Это пока пускай будет так. Потом, когда мы к сапогам подойдем, мы уже сделаем более симпатично подошву и там все такое. Да, пока оставим такой лапоть. Даже трогать не буду, пускай будет. Ну что ж, дорогие друзья. Теперь руки-ноги мы сделали. Давайте подойдем к очень сложному объекту, как голова. Тем более, что ее надо сначала еще вытянуть. Сначала шею, а потом уж заниматься головой. Шея у нас круглая, ребята, как бы там ни было. Шея у нас круглая. Поэтому давайте мы ее круглую делать. Начинаю с движения тут этих всех полигончиков. Видим, что у нас вот тут какой-то странный выступ. Убираем его сразу. Вот. Ну и вот это. То есть идет движуха. Назовем. Хорошее слово, мне понравилось. Движуха. Так, давайте с движухой займемся. Так, это так. Так. Представим себе, что у нас тут треугольник.
Отлично. Так, и тут может быть немножко широковато, но вообще затылка она такая должна быть. Не совсем проблема. Теперь выделяем вот это и тянем наверх. И смотрим. Так, наверное, смотрим. Сначала мы чуть-чуть просто подвинем наверх. Так что получилась у нас пред такая штука. Ну и теперь уже Е, наверное. Е. И сужаем. Чуть-чуть. Вот так. Вот. Вот здесь классная шейка. Что нам, в общем-то, и потребуется в дальнейшем. Именно сюда она будет расти. Да потом посмотрим, ребята, девчата. Может быть, мы ее увеличим. Вот это немножечко расширим. Кто ее знает, как все это произойдет. Может быть, нам надо будет шире это сделать. Так вот как-то, да? Угу. Это вот, допустим, подвинуть придется сюда. А это сюда. Ну, движуха, одним словом. Понравилось выражение. И мы видим тут с вами небольшой косячок, который мне хочется сразу же исправить, ребят. Но так нельзя, конечно. Чтобы у нас тут были какие-то непонятные треугольники. Так, ну сначала мы сделаем следующее. Возьмем К. Просто порежем вот сюда. Так, хорошо, порезали. Так, здесь у нас шло-шло, вот здесь закончилось, да? Ага. Тут тоже нельзя допускать. Тут и тут надо сделать вот так. Вот. Теперь здесь уже разобраться. Что бы мы хотели сделать на месте этого? Я бы хотел, во-первых, вот этот и этот соединить и посмотреть, что будет. М. Центр. Так. Прекрасно. Тут уже у нас 4 года. Вот этот остался, да? От этого избавиться. От этого можно избавиться только. Если мы возьмем вот этот и вот этот. Пока не знаю, как бороться вот с этим треугольничком. Не знаю. Потому что здесь у нас идут всякие бяки. И они нужны. Поэтому мирно пока оставим это в покое. Не дергаемся. Может быть, незаметно будет. Может быть, никто не заметит, да, действительно. Так, здесь чуть тоже подвинем. Кстати, вот здесь тоже есть треугольничек. Вот тут и вот тут. Ну, это, наверное, закономерно. Когда мы сводим сюда их. Центр деваться от них некуда. Угу. Хорошо.
Ну, теперь давайте наденем что-то типа головы на это дело. Чтобы потом уже разобраться, как это должно быть. Правильно? Ну, теперь давайте голову наденем, наверное, что ж делать-то. Так. Возьмем из кубика. Так, и кубик мы сейчас превратим. Нет, не получился. Секундочку. У меня есть другой способ. Так. Кубик. Кубик, 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 кубик. Джипа за эту. Тут будет голова. И мы сейчас попробуем. Так, Ctrl-2. Нет, это перебор. Нет. Ctrl-1 может быть. Вот, Ctrl-1. Мы получили такую башку, с которой в следующем видео начнем работать. Так, немножко побольше и опускаем. Смотрим сбоку. Да, где-то вот, я думаю, так у нас у Нойса будет она выглядеть. Такая голова. Страшнее, страшнее, чем голова. Но ничего не сделаешь. Так всегда начинается с кубиков и прочих. И прочих вещей плея. Так, встретимся в следующем видео. Будем уже подгонять голову.